Несколько месяцев одно из любимейших мест отдыха у сюжан закрыто для посещения. Из-за ограничительных мер заниматься в нем уже нельзя. Но простой бассейн обходится слишком дорого. К тому же этим летом здесь был запланирован ремонт, на который выделено 2,5 миллиона рублей. Изначально ремонт в бассейне должен был начаться в июле. Но это случилось гораздо раньше. Как ни странно, благодаря эпидемии коронавируса. Ремонтировать бассейн начали в конце июня. Рабочие улучшили систему переливных труб, увеличив их диаметр и заменив металл пластиком. Также сняли старое акриловое покрытие, чей срок годности уже подошел к концу. Теперь на дне бассейна лишь голый бетон. Впрочем, так будет недолго. Здесь на сегодняшний день подготовлены переливы для укладки пленочного покрытия. Пленочное покрытие будет привезено на следующей неделе. Я думаю, что процесс будет уже где-то недели через две ближе к завершению. То есть к новому учебному году бассейн? Да, к новому учебному году однозначно мы бассейн подготовим. Кроме того, немало работы следует провести и по замене канализационной системы. Металлические трубы здесь будут также заменены на пластиковые. Заново отштукатурят многие соприкасавшиеся с трубами поверхности. Заменят и 2 насоса, благодаря которым в бассейне циркулирует вода. Максим Тятов, Антон Каев, телеканал «Русский Север».